Итак, доброго здоровья, всех рад приветствовать на канале GameLair, меня зовут Мистер Фриман 315. Ну что, ребят, заключительная часть моего прохождения модификации Blackguard. Подходим потихонечку к финишу, очень многое уже прошли. Я бы сказал, даже чересчур очень многое. Но! Как мне теперь выбраться отсюда? А, да, действительно. Так, 4, 5, 6. А, ребят, я извиняюсь, я убил своего. Так. Да-да-да, ребятки. Тут еще, видимо, и союзники есть такие вот. Surrender Freeman. Пушка мне вот эта нравится, неплохая. Но это, кстати, оружие Шепарда, если не ошибаюсь. Да, это однозначно оружие Шепарда. Так. Что, видимо, сюда? Блин, а меня YouTube не забанит с этой фигни. Ну все, вроде закончилось. Так, что ж дальше нас ждет? Дружочек, а ты чё, подстригся, что ли? Done a great deal in a small time span. You've done so well, in fact, that I've received some interesting offers for your services. Mm-hmm. Ordinarily, I wouldn't contemplate them, but these are extraordinary times. Restrictions. This is where I get off. Опять сказал какую-то билиберду и свалил. Ну, все в его стиле, в принципе. Subject bread status postponed. Reason. Awaiting further data. Ну хорошо. Ну что ж, ребят, вот так, в принципе, закончился вот этот интересный мод. В принципе, мод шикарный, я всем советую в него поиграть. Очень интересно сделанные уровни, в принципе, и очень неплохой геймплей. Вот, это все, что я могу о нем сказать, поэтому сами проверьте, сами убедитесь. Огромное спасибо, кто смотрел. Приходите, ребят, на канал, ставьте лайки, ставьте палец вверх, да. Подписывайтесь, будет очень-очень-очень много интересного. Ну а в жизни, как обычно, я всем желаю нажимать на курок только в игре. Берегите себя и всем пока.
때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해